сегодня мы видим не только постановку «Кунг-фу елку», но и опробуем некоторые аттракционы. Заинтриговали? Тогда вперед! Даня, страшно? Конечно. Я еще поела, я немного нервничаю. О, я боюсь. Блин, зачем я согласилась? Ой, как страшно. Блин, надо было с чего-то легкого начать. Например, с аэрохоккея. Блин, я боюсь, а? Нет, я не хочу, я не хочу, я не хочу. Но на самом деле это было очень страшно, особенно когда он туда-сюда мотыляется. Можно было покричать, руки вверх поднять. Вообще замечательно, мне очень понравилось. Я только что побывал на аттракционе под названием «Отрыв». Кажется, что отрыв слишком детский, но если сядешь в него, почувствуешь страх и адреналин. Было круто прокатиться на этом аттракционе. Мы протестировали самые крутые экстремальные аттракционы. И готовы вам сказать, что это самый лучший отдых для всей семьи. А также советую посетить шоу с Пандой По. Она реально очень крутая. Спешите! Ура!